Матч сложный, как и предполагалось. Был фон недовосстановления, конечно. Но очень важно то, что есть 3 очка. И я по принципу игра плохая, и если есть 3 очка, то значительно лучше, чем хорошая, но проиграешь. Поэтому мы сегодня завоевали 3 очка, это положительный момент. Тарасов дополнительное время, которое было с «Спартаком», уже он не мог играть. У него ахилл, ну, был под большим вопросом, поэтому мы не стали рисковать. Сегодня не стали рисковать. Что будет через 2 дня, но надеемся, что выйдет. Ну вот сегодня показали еще одного молодого, лысого. На мой взгляд, что он, по крайней мере, хотя бы было движение нормальное. Он, на мой взгляд, неплохо вышел. Но лучше бы, если бы было это немножко пораньше, но не за 3 дня. У нас своя какая-то определенная программа. Мы приготовились к тому, что играем немножко другой цикл. За 2 дня сообщают, это их решение. Я так как понимаю, мы, наверное, спорить это не можем, это положение есть такое. Ну, ЦСКА хорошо календарь составляет, они все просчитывают. Нет, да, мои мысли и идеи до них в этот период не доходили. Я думаю, это осознанное движение, вернее, решение игроков, которые были на поле вместе с капитаном. И я понимаю, что они правильно отошли, правильно приняли решение. Нужно было в этом сложном таком матче сохранить счет и сохранить 3 очка. Вот все.